Красноярске автобус номер 79 вышел в рейс с чужими госномерами. Инспекторы, проводившие плановый рейд, остановили маршрутку для проверки документов. Оказалось, что они подделаны, а регистрационные номера принадлежат другому автобусу предприятия. Водитель не смог пояснить, как так вышло. В отношении перевозчика возбуждено 3 административных дела. На предприятии проводится проверка. Автобус пока помещен на спецстоянку.